настало время охуительных историй. Сейчас Алексей Хой нам расскажет, как он ездил на группу «Коррозия металла». Запись пошла? Запись пошла. Ну как, первоначально ко мне, короче, пришли какие-то там панки, хуй узнает, откуда и что чего. Принесли какую-то дичь в бутылке, блядь. Самогонка, походу, какая-то яблочная, блядь. Вот, вкусная вроде как была. Ну, только мы туда заходим. Я уже подрался, как уже разумеется, уже все заебись. И с меня срывает, блядь, косуху нахуй, ты представляешь? А кто срывает, блядь, это вот это, который это, блядь, номера выдает, блядь, это самое. Ну ты не кричи так сильно, не волнуйся. Как его, как ее называется? Гардеробщица. Гардеробщик, да. Газировщица, я говорю, куда, блядь, моему косуху? Говорит, а туда нельзя, говорит, только надо одевать, блядь, это самое. Так, в косухе не заходите, я говорю, нихуя, говорю, это моя кожа, я в ней... С моего хуя на вашу рожу. И что ты думаешь, я уже в угаре, мне уже заебись, кого-то там вообще не пустили, блядь, то этот яблочный, блядь, сатанинский Сэм пил, блядь. Ничего. Я только туда уже зашел, мне уже хорошо, блядь, и все, и пошел, короче, я, блядь, это самое, бегать вокруг зала, кататься, блядь. Там мне, короче, там изначально паук, короче, включил какую-то порнуху, кого-то долбили в экране, блядь. Это был, короче, начальный ролик его, блядь. И я уже до концерта уже, блядь. Ну, у паука раньше там была рубрика, да, обзор на порно-рецензию. Набесился, наорался, знаешь, представляешь, все люди, ну там, может, кто сидит, это самое, кто там. А тут получается такой круг большой. И я тут ору, блядь, катаюсь по полу, это самое. Это вообще, черт что про твое, черт что там это самое, блядь, происходило. Потом еще больше, блядь, мне. Потом уже паук вышел, говорю, о, блядь, заебись, охуенно паук, блядь. Потом еще ебанул, блядь. И что? Где-то, блядь. А потом вот эта фотография, где у тебя ноги из-под стульев торчат, да? Вот, да, да. Потом до кондиции доебашился. И, в общем, пошел где гримировка паука, блядь. Туда, говорит, ломился, блядь. Охранники оттащивали, оттаскивали оттуда. Говорит, куда ты? А ты хотел обокрасть его или что? Я хуй, можешь выпить с ним, я не знаю. Поговорить, что там, блядь, я хуй. Пару тем толкнули. Да, сельских. А я ору, паук, блядь. Павук! Где павук? И чем прикол? Ну, сейчас это кратко мы сейчас раз. Ну, в общем, там, да, пиздец. В общем, все уже нас, короче, там, походу, выгнали, я не помню. Кто-то говорит, что выгнали, блядь. Нас оттуда. Вели себя неприлично. Вася Семен и покойничек еще там был. И нас, короче, мы пошли на этот, мы уже пьяничные, нормальные. Пошли на вокзал, ну, там пили все. Нас, короче, менты приняли. Ну, и говорит, вы откуда, говорит, блядь, вообще хоть взялись? Чего вы, блядь, здесь делаете? Да, я говорю, из этого самого, с коррозии металла, говорит, это самое, шли. Все такое, говорит. Вот, отдохнули. Ну, говорит, тут какие-то тоже, блядь, с коррозией проходили. Но только там, блядь, такие раскрашенные, блядь. Один, блядь, шел впереди, портвейн пил, блядь. И полуголые какие-то бабы, блядь. Этот что-то паук-паук орал, что-то походу, что-то такое, блядь. Я говорю, ну вот, вот эти вот, походу, вот у них мы и были. Я говорю, паук, блядь, был. Говорю, ну вот мы их только сейчас, говорит, принимали. Говорит, блядь, паук там вообще как не в себе, блядь. Портвейн ебашил и... Тёлки и, говорит, какой-то там маски, блядь, нахуй. Понятно. Вот так вот Алексей Хой был на «Коррозии металла». Ну, был удачно. Было неплохо, но потом мне начали таскать, блядь. Давайте, давай в суд, блядь, ты там был, мы тебя видели, пьяный, блядь. Мол, это, блядь, объясняй, ну, типа, это самое, расскажи, что была такая песня или нет. Я говорю, я говорю честно, нихуя не помню, блядь, кому там помню. Даже фотографию показывал, блядь, ментам, нахуй, ебаный в рот. Я говорю, нихера, ну вот кому там было помнить, блядь. Я говорю, ебаный в рот, блядь. Я говорю, там, может, полконцерта побыл. Да вот та фотография, где-то под стульями валяешься, блядь. В общем, концерт прошел успешно.